Жила на свете маленькая гусеница. Откуда она взялась? Вылупилась в один прекрасный день из яичка. Дай, красота. Я отправилась на других посмотреть и на себя показать. Гусеница очень быстро растет, потому что она много кушает. В процессе своего быстрого роста гусеница сбрасывает кожу, которая ей мала. И наступает момент, когда гусеница ищет укромное место, чтобы совершить удивительное превращение. Специальные железы гусеницы выделяют жидкость, которая тут же затвердевает на воздухе и превращается в шелковую нить. С ее помощью гусеница прикрепляется к растению и начинает завивать кокон. Органы гусеницы рассасываются, формируются новые. У бабочки классные и эластичные. Поэтому она не может сразу летать. Как ее крылья окрепнут, она взлетает. И питается соком растений и нектаром цветов. До чего изысканным, художественным вкусом обладает наша природа.